На этом семинаре понравилось то, что он действительно рассказывает о том, что, скорее всего, это медицина будущего, что у нас есть перспективы, что есть какая-то альтернатива, потому что, работая в поликлинике, я все-таки, к сожалению, понимаю, что мы в основном лечим только лишь симптомы, но не решаем проблему. Мы залечиваем детей, так как я вот непосредственно с детками связана, и выхода никакого нет. Это как очень такая, вы знаете, явная альтернатива.